Старый прудовый изумруд нам называют хрустальным сердцем парка, и оно скоро оживет. Новое – это хорошо забытое старое. В изумрудном продолжаются работы по обновлению парка. И вот новый этап. Пруд, в него начали запускать воду. Для этого пробурили специальную скважину. Специалистам пришлось углубиться на 150 метров для поиска чистой воды. И это важный фактор. Не придется сливать воду для очистки пруда, что позволит даже разводить в нем в будущем рыб. А пока накануне началась заливка искусственного водоема через трубу, которая снаружи забетонирована. Так увеличили ее прочность и обеспечили неприкосновенность других горизонтов подземных вод. По нашим расчетам, при мощности скважины от 18 кубов в час можно за неделю залить. Но реально сейчас смотрим, как это работает, возможно, дольше. Но мы все равно здесь временем сильно не ограничены, потому что нам, в принципе, нужно залить один раз. Дальше система фильтрации будет эту воду, нам только нужно будет подливать, компенсируя испарение. По словам владельца парка, вокруг пруда появится богатая инфраструктура для того, чтобы жители краевой столицы и гости могли здесь спокойно отдохнуть. Из самых, наверное, популярных здесь появятся деревянные скамейки и всем любимые в прошлом прогулочные катамараны. А еще уберут старые деревья и обрубят ветки, которые могут мешать барнаульцам гулять по парку. Сюрприз от изумрудного – каток на пруду, но уже на следующую зиму. Чтобы люди могли переодеться, согреться, взять в аренду катки, коньки, чтобы здесь уже была какая-то иллюминация, инфраструктура, и тогда уже каток будет. Этот год, эта зима тестовая. Я понимаю, что все спешат, все хотят, чтобы это было, но поймите, нас правильно, очень сложная система, нам нужно ее опробовать. С начала благоустройства парка барнаульцы активно ратовали за восстановление пруда. Большая часть предложений и вопросов касалась именно возрождения водоема, с которым у многих поколений горожан связаны трогательные детские воспоминания. К слову, исполнилось ровно 70 лет с момента создания пруда в Изумрудном. И в свой юбилейный год он обретает вторую жизнь. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.